Доброе утро всем нашим подписчикам, гостям нашего канала. Так, с вами хочу заглянуть в инкубатор, что у меня тут осталось. Так, раз, два, гусиная. Так, тут почему-то никакого движения нету, вон у меня подсыхает. Ой, не хочу открывать. Короче, там еще индюшонок подсыхает. Значит, вот у меня вылупились. Это индюшата Hybrid Converter. Тяжелый кросс. У них есть привычка, они опрокидываются на спину. И потом уже не могут перевернуться и могут погибнуть. Поэтому практически до утра я не могла спокойно заснуть, поспать, потому что я переживаю за них. В прошлом году я так одного потеряла. Вот, поэтому караулила всю ночь. Они так медленно выходят. Так, сегодня буду утенка отделять. Панику он тут наводит. Видите, он перевернулся. Видите, возле банки индюшонок. Вот такую привычку они имеют. Подсыхают. Всем добра, всем здоровья. Всем пока. Подписывайтесь, пишите. Вот, Hybrid Converter очень долго у меня, значит, вылуплялись. Так как практически, мне кажется, всю ночь инкубаторы были отключены. Ногой зацепила, видно, я их, розетку. И они у меня, утром я зашла, одним словом, у меня как ледышки были, яйца. Я даже рада, что хоть что-то оттуда вылупилось. Для перевертышей, вот я стою, снимаю, показываю вам мерную кружку свою. Я, значит, индюшонка, если прям не может сидеть, он переворачивается на спину, сажаю вот в такую вот мерную кружку. Hybrid Converter, это даже они цыплятами, индюшаты суточные, они крупненькие, поэтому куда-нибудь другое место их не посадишь. У них то голова торчит, то еще что. А вот в такую кружку мерную посадила и все забыла. Все. Так, вот индюшата мои растут месяцы. Ой, какой месяц, блин. Им это, им 14, по-моему, ну 15 дней. Нет, тут 14 даже нет. Сегодня, мне кажется, или завтра будет 14, не знаю. Вот, им уже тут тесно. Я не спала, извините, пожалуйста, простите. Такая привычка у меня дурная. Если у меня вывод, то я не сплю, бегаю туда-сюда. Вот. Вот такие они. Я в поисках корма Пурина. В тщетных поисках. Не могу найти. Сегодня мне обещали мешочек. Я еду в соседний район. Еще не факт, будет нет. В одной баночке я им ставлю воду, потому что если в двух, они ее не выпивают, а в одной, из одной они выпивают быстрее, я уже знаю, что они выпили. Вот такая красота. Надеюсь, все будет у нас хорошо. По скрипту хочу вам показать мой завтрак. Пирожок у меня с тыквой, овсяных. Два печенья и стакан чая окончательно меня разбудят. Это как раз то, что нужно, чтобы проснуться. Я так ненавижу это состояние, когда я хочу вот спать, я уже не хочу. Но вот уже состояние такое бывает, что вот всю ночь, когда не спишь, утром вот разбитое прям вот. Ненавижу это состояние, а тут никак. Мне вот
Многие говорят, ну что ты бегаешь, что ты переживаешь, вылупится, вылупится, там кто погибнет, погибнет. Ну как так? Нельзя так. Я считаю, это живое существо. Мы в ответе за них, на этом и на том свете. Никогда в жизни не смогу, никогда и не буду я этого делать. Это же как? Это же грех большой. Ну вылупились они, заложило это яйцо. Вылупилось оттуда что-то, цыпленок, индюшонок, гусенок, так ты должен как-то до конца бороться за его жизнь. Я считаю так. Поэтому таких вариантов, кто выживет, выживет. Кто нет, того выкинешь, нет. У меня такого нет. И я очень... В моем понимании вообще такого нету даже. Кто умрет, тот умрет. Нет. Вот. Вот мой завтрак. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Если найду корм, прям я буду самая счастливая. Я сниму вам видео еще. Пока-пока.